С вами на канале Итон ТВ в программе «Сам себе сомелье». Мы продолжаем разговор о вине, который мы начали какое-то время тому назад. Дело в том, что вот эта серия, которая уже начиная где-то с начала 21 века, это начиная с 2003 года, выпускается нашим заводом «Карми». Это региональная серия региональных вин. Значит, эти вина привязаны к району произрастания винограда. Определенный район. Кому привязано это вино? Это вино привязано к району Верхней Галилеи. Верхняя Галилея, значит, подножие горы Мирон. Высота виноградника где-то 300-350 метров. И вот это вино очень интересно. В прошлый раз мы попробовали то же самое из того же сорта и с другого участка именно этого же виноградника, вино из серии Private Collection. Сейчас мы пробуем из серии региональных вин. И я думаю, что мы сейчас почувствуем небольшую разницу в этом. Мы, безусловно, ее почувствуем. Да. Вообще, я хочу обратить ваше внимание, что дегустировать вино – это работа. Я вам об этом уже говорил. Их работу хорошо делать в хорошей компании, с друзьями. Хорошо, что слева и справа от меня сидят друзья между собой и мои друзья. И поэтому я попрошу не тебя, а уже друга сказать, а что ты думаешь про вино, которое сделал твой друг? Ну, в данном случае я буду объективным. Хотя, пожалуйста, хотя я тебя очень прошу. Мендель мой давнишний друг и близкий друг, но еще во времена нашей аспирантуры была такая поговорка у нас в Ялте: ты мне друг, но истина дороже. Да. Ты мне друг, я но думаю, истина. Что это со времен Платона, истина в вине. Я чувствую, что то, что задумал в начале винодел, это ему удалось, потому что здесь я чувствую и бочку, и, видимо, часть довольно значительная сока бродила в бочке, в хорошей бочке. И чувствую, насколько винодел хотел, ему удалось сохранить свежесть сорта и привнести в вино то, что было в этом винограде. Поэтому это вино очень сложное, богатое, очень хорошо сделанное. Как и человек, вино не может быть идеальным. И у этого прекрасного вина, которое радует и внешне, и радует при опробовании, и дает истинное чувство наслаждения, оно тоже является не идеальным. Вот. Тут мои коллеги могли бы тоже сказать о том, что может быть немножко бочка доминантна, может быть свежесть, кислотность. Есть люди, которые ее очень любят. Может, да, да. Вот. Может, но это как человек. И вино очень хорошее. Очень хорошее. Это на самом деле успех винодела. Вот с таким вином прийти на встречу с коллегами, на встречу с любителями вина. Вино очень интересное, богаче аромат, намного он богаче и сложнее, чем в предыдущем образце Private Collection, да. Но тем не менее вино Private Collection как-то легче и более питкое может быть. И полусухое, оно, да. Это полусухое, это сухое вино. Любопытная вещь. Вот каждый раз, когда я делаю, я напоминаю вам, правило 5П – посмотреть, поболтать, понюхать, попробовать. И проглотите. Так вот, каждый раз, когда я раскручиваю это вино в бокале, мне кажется, что меняются оттенки. То есть, о чем это говорит? Потому что у вина, как и у человека, есть разные этапы в жизни. Вино жило на винограднике, вино жило на винзаводе, вино жило в бутылке, и вино живет в бокале. Хорошие, сложные вина
они изменяются в бокале, и они раскрываются в бокале. Именно раскрываются. То есть это нормально? Это нормально. Если вино качественное, то в бокале оно показывает все самое лучшее, что у него есть. Прекрасно. Тогда давайте мы сейчас допьем это вино и перейдем к вину еще одному сорту Виане. Давайте. Но об этом дайте нам минутку на окончание. Я думаю, также, Мендель, это вино было бы нам правильно сравнивать не с private collection, легким потребительским вином, а было бы сравнивать его именно с Вионье завода Голан, потому что технология... Это разные весовые категории, как бы можно сказать. Да. Нет, это весовые категории, я думаю, одни и те же, просто стиль есть разница вина ближе. В технологии. Да. Именно в технологии. Но технология этого вина ближе к Вионье завода Голан. Но тем не менее, маэстро, наливайте. Да, конечно. Я на это время не буду экономить на этом. Потому что чем быстрее нальем, тем мы быстрее мы сейчас попробуем. Будем пробовать вино очень интересного завода Ятир. Об этом, может быть, какой-то из передач мы расскажем про завод. А сейчас про Вионье. Мы вообще имейте в виду, что летом... Вы знаете, очень многие почему-то считают, что пить надо только красное вино. Но это неправда и неправильно. Особенно в нашу жаркую израильскую погоду гораздо легче пить белые вина. Ну, в крайнем случае, розовые. И давайте мы в этом убедимся сейчас. Итак, Вионье завода Ятир. Да, винодельный Ятир. Согласен. Как и амфора, так и Ятир, это винодельный. Но тем не менее, винодельный Ятир находится в составе нашей фирмы «Кармель». Я прошу вас без рекламы, если можно. Да он уже не может. Он в Израиле уже 21 год живет, но он уже без этого не может. Окей. Да. Он не перед нашими уважаемыми... Перед нами. Да, он перед нами, конечно же. Нет, ну, винодел там отдельный, значит, и очень хороший винодел. Ну, не важно, не важно. Наша команда называется. Ну, это из нашей команды, да. Да. И вы чувствуете, что это совершенно другое вино. Это совершенно другой район произрастания винограда. И тем не менее, и при всем при том, что это вино как раз готовилось точно по такой же технологии, как и предыдущие. И это вино, в принципе, из той же серии региональных вин. Вот. Но мы чувствуем все-таки здесь, как мы больше, намного мы чувствуем где-то аромат белого персика. Абрикос. Абрикосовый. А что чувствуешь ты, Аркадий? Я стараюсь глядеть немножко шире. Okay. Конечно, можно анализировать потрясающий гамм цвет этого вина. Оно просто, ну... Да, такое зелено-желтое спектр. Это золото, это дорогое золото. Вот. Но я хочу сказать, что это вино, это белое вино, мы обычно говорим о винах старого света, нового света по отношению к красным винам. Это белое вино старого света. И среди людей старшего поколения, вот наше поколение, еще одно и еще одно. Люди, которые помнят очень большие, грандиозные вина 50-х, 60-х, 70-х годов прошлого века, это вино тяжелое, очень зрелое. Современный потребитель молодой скажет, для него оно слишком даже перезрелое. А человек, который помнит старые, выдержанные и очень тяжелые вина, он скажет, что это мое вино. Это тот же самый сорт винограда, как и Мендель говорил о районе. Район очень жаркий. Но это совершенно другое вино. Да, совершенно другое вино. И закрытыми глазами, и пробуя, не каждый узнает в нем Вионье. Но Вионье в нем очень, очень чувствуется, потому что он преобразован технологией. Это очень интересное вино, но это вино относится уже к разряду особых вин, где потребители довольно четко делятся. Люблю, не люблю, нравится, не нравится, куплю, не куплю. Всем известно, что вино пробуждает аппетит и желание беседовать с друзьями. Поэтому я желаю зрителям нашей программы интересных вин и хороших дружеских бесед. И чтобы они почаще приезжали на наши винодельни, на наши винзаводы, и знакомились и с винами, и с виноделами, и открывали для себя свои вина. Это очень важно.
Каждый обязан выбрать для себя свое вино. Да. А без встречи это невозможно. Никто другой это не сделает. Без встречи это невозможно.